Наша сборная по ходу турнира не потерпела ни одного поражения, а в финале со счетом 2-1 переиграла словаков и во второй раз кряду стала победителем мужского хоккейного турнира на студенческом форуме. Данила Квартальнов сыграл во всех матчах. На его счету 3 заброшенных шайбы, в том числе в сложнейшем матче со сборной США.